Он идет сюда. Что делать? Хай, ребята! С вами Супер Кирчик, и сегодня мы поиграем в необычную для нашего канала игру Метель Horror Escape. Конечно, игра эта платная, поэтому я попробую ее поиграть через эмулятор. То есть, для телефонов она бесплатная. Мне посоветовали сыграть главу с Юджином. Давайте попробуем. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Так, похоже, у нас будут небольшие проблемы с управлением. Ну что ж, в принципе, ничего страшного в этом нету. Давайте осматриваться. Мы очутились в какой-то странном сарае, я бы сказал. Мы в тюрьме, скажем так, ладно. Я так понимаю, это игра-головоломка. Ну, может быть, и не совсем. Похоже, кладовка заперта на ключ. Давайте осмотримся еще. Ого. Она открывается. Так, что-то здесь есть, похоже. Это отмычка. Ага. Теперь то, что закрыто на ключ, мы можем открыть, я так понимаю. А, так у нас калитка открыта. Вот, спасибо. Мы пошли дальше. Надеюсь, нас не уничтожат. Осматриваем здесь вещи, которые лежат. Может, что-то полезное здесь будет. Топор без рукоятки. Ого, это капкан. К нему я не хочу подходить. Ой-ой-ой, я понял. Сделаю вид, что ничего не произошло. Так, ладно, мы спрятались. Он идет сюда. Что делать? Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Ладно. Не ожидал я такого. Странная собака. Надо собаку топором зарубить, вот что я понял. О, метлу взял. А, мы сейчас топор сделаем с метлой. Нет? Нельзя? А теперь, друзья, в программе «Галилео» новая рубрика. Называется она «Эксперименты». Моя нога! Понял. Нас, походу, сожрал собакин. Я метлу забыл на место поставить. Блин. Куда делась метла? О, нет. Здравствуйте. Мы даже через стену провалились. У меня такое ощущение. Что ж, начинаем заново. Ржавый нож? Почему нож? А где? Тут, похоже, все местами меняется каждый раз. Здесь ничего. А зачем мне нож? Ищем отмычку. Отмычка где-то здесь. Так, я попробовал использовать подсказку. Теперь мы двигаемся туда, куда нам сказано. Тож? Что? О! Я ножом отрезал там какую-то фигню. И оттуда взял отмычку. Вот это да, я понимаю, много вариаций игры.
Сейчас меня заметит собака, это я понял. А, я не могу залезть. Ух, ладно. Все, мы не двигаемся, не двигаемся. Ты что, туда что ли пошел смотреть? Вот он, тварина. Да, погоди-ка. Вот он, тварина. Вот он, гад. Кто открыл ящик? Вот он, гад. Нет, нет, опять. Что ж, нам дали второй шанс. Так. Гаечный ключ. А, я помню, здесь можно что-то открутить. О, ключ, ключ. Все, закрываем. Открываем. Интересно, там что это, что-нибудь есть? А, давайте этот сигнал сосны сочим. Интересно, есть смысл от этого или нет? Раз, два, три. Так, ладно, у нас есть ключ. Я помню, что у нас кладовка заперта. Попробуем ее открыть. А, ключ не подходит, да? Попробуем тогда вот этот звонок открыть. Можно постучать по звоночку? Щиток закрыт. По звоночек не постучишь. Ох ты ж, дверь. Дверь, гребаная дверь. Ты что делаешь-то, дверь? Ты чё так шумишь? Ладно, все на месте, все, он нас не будет бить. Все нормально. Все. Фух, ладно. На, в этот раз все нормально. Здравствуй. Это твоя стандартная фраза, я так понимаю. А, нет! Я забыл свет выключить. Нет! Вот если свет не экономить, вот что будет. Так что не забывайте выключать свет в своей комнате. Мы живы? Да, мы живы. Это нам повезло. Так, дверь звенит. Все понятно. Туда не заходим. А может туда надо зайти и что-то взять? Точно, все. Давайте в следующий раз зайдем и что-то возьмем, а потом закроем. Я ничего не трогал, я ничего не трогал. Я ничего не трогал, я ничего не трогал. Так, дверь звенит. Капканы бьют. В ящиках пусто. Решетку на место я поставил. Что ж теперь делать-то? Давайте попробуем открыть дверь, оттуда что-то взять и закрыть дверь. Сваливаем, 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 сваливаем. Все, все, не двигаемся. Я опять напоролся на ловушку. Надо быть повнимательнее. Как же он долго ходит, а? Чё так долго-то? Тихонько встаем. Тихонечко. Сваливаем. Ой, капкан, капкан. Где капкан? Капкан, вижу, вижу. Он так замаскирован. Что здесь есть? Здесь что-нибудь есть, нет? Быстрее. Палка какая-нибудь. Все, сваливаем, сваливаем. Времени нет. Капкан. Обходим стороной. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, ладно. Мы вроде все на месте оставили. Там я ничего не заметил. Там пусто. Что ж ты поделать? Попробую подсказку использовать. Я догадаться не могу, честно. Маркер? Так там что-то было в итоге? Там что-то явно было. Я пропустил что-то. Ну что ж, хотя бы догадался. Где? Все нормально, все нормально, все нормально. Я успел. Я спрятался, все. Все нормально. Что это такое? Ключ, ручка. Ключ, ручка. Что? Ключ, ручка. Ключ, ручка.
А, все, понял, кажется. Все на месте, я ничего не трогал. Что-то здесь не так. Повезло. Этот ключ, он может к двери подойти? Заперто на ключ. Нет, не похоже. Да что я такой тупой? Я повторяю за раз за разом одни и те же действия. Куда у меня ручка делась? Что я здесь делал? Где она? Она исчезла. Куда я ручку засунул? Я не помню. Так. Сюда я тыкал, ничего не произошло. Туда я тыкнул. Звонок был. И у меня ручка исчезла, да? Я не понимаю, что-то произошло явно. Меня сейчас и забьют. Меня сейчас и забьют. А, да. Куда я ручку засунул? Я вспомнить не могу. Ну, у меня память, конечно. Куда я ручку засунул? Так, ладно. Ладно, эта фигня звенеть не будет. Все. С этим я разобрался. Собака, не лай. О, какие звуки страшные. Мне кажется, здесь прятаться нам придется. Что очень кажется. Кто здесь? Отличное место, чтобы спрятаться. Нет, нет, я не хочу бегать. Я не хочу бегать, нет. Так, я на чердаке. Ничего не видать. У меня еще экран темный. Я вообще ничего не вижу. Наугад тыкаю. Что тут есть? Опять я не знаю, что делать. Ну что за елки-палки? Я застрял. Ну что за фейл? И что делать? Ну раз я застрял, придется закончить видео. Спасибо всем за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А с вами был Супер Герчик и всем гудбай. Вот уж не повезло мне.